В городском парке завершили реставрацию качелей. Над аттракционом 3 недели корпели сотрудники Бобруйска-Громаша. Новая краска, грунтовка и ограждение. Лодочки теперь в 4 разных цветах – желтый, синий, зеленый и красный. Некоторые элементы конструкции демонтировали, обработали в стенах предприятия, затем вернули на место. Аттракцион уже готов принимать горожан. Мы вот проявили такую инициативу и коллективом Бобруйска-Громаша совместно с акцией «Белая Русь» вот отремонтировали одни из аттракционов в нашем парке. Раньше они назывались «Русские качели», сейчас, я уверена, будет называться «Бобруйские качели», потому что сейчас уже не стыдно. Мы видим, что можно собственными силами, ребятами, которые работают на заводе, отремонтировать были одни качели, поэтому мы, уже продолжая традицию хорошую, приглашаем всех производства в городе Бобруйске поучаствовать в данной акции и отремонтировать следующие качели, которые есть у нас в парке.